Есть такой градоначальник, фамилия Нисаев. Логика его действий либо отсутствует, либо она мне совсем непонятна. Жители Саратова рискуют не успеть сесть на трамвай в Мирном переулке. Идея создания линии скоростного трамвая в городе становится ближе к реальности. Согласно разработанному специалистами проекту, рельсы из Мирного переулка придется убрать. Популярные маршруты из Заводского и Ленинского районов будут идти только до детского парка. Мэр Михаил Исаев пообещал горожанам пустить бесплатные автобусы для пересадки. Все будет нормально. Ну, перестроится народ. Ко всему привыкают. Буду ходить пешком в пику тем, кто принимает такие решения. Понятно. Я уже готовлюсь, тренируюсь по утрам. Вот, хожу пешком. Я с Ленинского района. Это единственный транспорт, на котором можно быстро доехать, без пробок, без всего. Я думаю, что это неудобно будет, потому что люди привыкли, здесь много рабочих мест, люди здесь работают. Я думаю, что люди, кто вот работает в этом районе, им, конечно, будет неудобно, кто проживает. Конечно, неудобно. Здесь вот крытый рынок, и сюда подъехали, подошли. Конечно, сюда удобнее, оттуда опять на чем-то надо добираться. С пересадками это неудобно, конечно. Может быть, это на первое время это бесплатное, а там все платное будет. Бесплатный, как говорится, сыр в мышеловке. Вот, то есть вышел, холодно, допустим, зимой. Вот, можно замерзнуть, пока едет автобус. Потом это получается, что еще дополнительно платить или же с этим билетом? С этим билетом, да? Вот. Ну, в общем, это неудобно, конечно. Я за то, чтобы он тут остался. Раз надо, значит надо. Нас они не послушают. Хоть мы много будем против, а все равно сделают так, как они решили. Я уже ничему не верю. Там ни зарплату не повышают. И вот это все обещание. Только подвижной состав весь старый. Ничего не ремонтируется. Поэтому вообще, конечно, сомнения очень большие, что что-то будет. Мы молодые еще можем бегать, а у нас, я так думаю, что больше 50% населения люди пожилого возраста, которым трудно передвигаться, и они привыкли к тому, как они ездили всегда в свою жизнь. Это, конечно, может быть разгрузит, но может быть автомобилями загрузится. Это пускай наши плохенькие девятка, десятка, но они ходят, а скоростной я что-то не рассчитываю.